Доброе утро, зрители и слушатели. 1 сентября 2022 года. Поздравляю всех с Днем Знаний. Желаю хорошо учиться и дальше по жизни. Сегодня в городе было спокойно ночью. Утром сейчас где-то вдали что-то громыхает, конечно. Но не так сильно. Погода уже осенняя. Холоднее стало градусов на 5. И общая погода поменяется потом. Где-то на градусов 10 меньше, чем вчера. Осень пришла. Лето закончилось. Новая страница и новый параграф в книге жизни. Перелистываем, дальше читаем, изучаем, умнеем. Как-то так вот. Плохое отсеиваем, нужное собираем и запоминаем. Всем желаю пройти это время не в неведании, а в понимании. Может, это как бы и сложно, и тяжело, но все-таки правда это лучше, чем ложь. Свет это лучше, чем тьма. Еще раз поздравляю всех с Днем Знаний. Всем хорошего дня и до скорых встреч.